нереальный миллиметраж. Просто что же? А в чем проблема? Я же говорю, напихает. Погнали, погнали, погрузчик. Давай! Не топи ты! Капец! Действительно. Да господи, вот так вот, понял? Вот так будешь и бежать. Йо, тяну к вам ручки, а все потому, что тут не только вы, тут еще и руль. А я вообще за рулем. И вообще мы погрузчики. Ты опоздал, Соник. Теперь я сертифицированный грузоподъемник. Как подручный. Такая, погрузчик. Вот так, это мы. И, собственно говоря, смотри, что можно. Кто не мечтал? Ты что творишь? Это премиум, это за премиум. Прикол. А я тоже так умею, да? Да. А куда нажимается? А там вот где купить, корзинка такая. Корзинка такая. Корзинка-магазинка. Понял. Приколдесыч. Кто не мечтал бы посидеть за этой штукой? Я вот как-то раз был, значит, у друга, а он там работает там, где такие штуки есть. Да. И он, короче, показывал, как на нем кататься. Но я не катался, к сожалению, мне не доверили. Но я когда-нибудь обязательно... Ой, вот ты боялся, что ты сделаешь вот так, да? Как ладно? Я не боялся. Вот, скорее, друг боялся. Я ничего не боялся. Да, блин, а что там? Там же ничего сложного, да, ну, по факту. О, это сложно. Ну, да, маленькая такая коробочка. Здесь сложно. Да, вон, коробочка, видите? Маленькая коробочка пройти не может. Как так? О. Объяснитесь, о! Маленькая коробочка. Что? О, что произошло? Там эта штуковина, она вообще тебя откидывает. Ладно, ты стоишь. Я еду. Это у меня интернет лаганул? Наверное, я у тебя переехала только что и зачекпоинтилась даже. Нет, это все-таки у тебя интернет лаганул. Да вы что, издеваетесь? Да, а я смотрю, знаешь, я думаю, типа, а в чем проблема? Я же говорю, напихать. У меня пятый чекпоинт, у меня все хорошо, я еду. А как это? Что со мной произошло? А у меня, а почему я первый? А, вот пятый. Нет, я почти дошла. Что это за дрель чисто? Так, давайте возьмем. Оп, поширок. Оп, поширокой. Оп, поширокой. Вот так берем траекторию. О! Да, блин! Вот я могу поднять вот это? Я о, смотрите, почему. Я могу. Это же не поднять. Трактор, почему у нас такие колеса широкие? Я задеваю. Короче, и ребят, приподнимите. Вот ты сейчас упираешься, Ульян. Приподними, справа у тебя поднять можно. Погрузочная. Погрузочная. Простите. Прикольно, ладно. Не, а что, вы не смотрели, хотите сказать, вот этого вот Микки Мауса? Вот и все, не надо мне тут вот этого вот. Начинаю тут мне, посмотрите. Я ничего не начинала! Слушайте, нормально, прям получается. Если эту штуку поднимаешь... Прирожденный погрузчик. Ну да, легче. Ой, смотрите, как это, какое там расстояние... Боже мой, я прям прикасаюсь... Ой-ой-ой. Я реально проехал, подождите. Реально проехал. Вот это шок. Вот это профессиональный погрузчик, действительно. Ну, в смысле, не, ну, типа, водитель погрузчика, это как будто бы я вот этот большой погрузчик и такой лапками своими. Вот так вот. Ты вот этот носик, Ёши, который поднимает. Ты носик вот этот. Ой-ой-ой. Минуточку. Да, опустить, да? Минуточку здесь опустить. Опустить надо носик. А то, конечно, носик как-то лезет. Куда его не просят, так сказать. Так, подождите, а что-то я тут один. Как это? Объяснитесь, вот пожалуйста. Объясните свою непрофессиональность, пожалуйста. Как так получается? Так, смотрите, здесь надо примерно вот на таком уровне. Да, отлично. Да, все, вот на таком уровне. Давайте. А. Ну, можно и так, как Лана, конечно, наверное. Что? Я еще не доехала. А тут разве... Да, есть разница, насколько ну ты... Ну вот дальше, вот посмотри, высоко... вот дальше есть разница, вот. А-а-а. Здесь прям дырочка вот такая под это все дело. Тише, тише, не надо, не толкайся, успокойся. Было бы не смешно, скажем так, если бы они менялись. Типа, знаете, тут одна высота, тут другая высота. А что там радужная? Переливается красиво. Кстати говоря, забавно здесь все немножко... Ага, вот сказал он. Вот помолчать не мог, да? Что, разная высота? Чуть не умер. Ну, тут от страха, строго говоря. Так, а что здесь делать? Погодите. Так, тут поднимем немножко вот так вот. Ой! Что такое, Лен? Эх, жаль, чекпоинт не работает так, что если ты случайно там проехал по чекпоинту, то он зачекпоинтится. Эх, ага. Я была близка. Ха. О, смотрите, лезут вдвоем.
Я уже не лезу. А где? А как? Ты умерла или тебя откинула? А тебя откинула реально? Откинула, да. Так, а тут нормально? Нет, чуть-чуть надо опустить. Капелюшку. Вот так вот. Очень хорошо. Мама, как же страшно. Так, вот тут повыше как будто. Я хочу такой жоби, только с трактором. Можно? Что? Ну, с трактором надо такой жоби. Обе такое же. А. Я тоже сразу поняла. А! Чего не так? Ты просто смешно сказала. Жоби. Говорит, хочу такой же жоби. Я думаю, что ты хочешь? Я какой еще жоби? Там про... Есть такое, знаете, шампунь с жожоба. Шампунь жумайсамба. Жожоба. Жожоба, ладно, хочет жоби. С трактором, да? Жожоба с трактором, нормально. Я недавно видел новость, как чудесные ребята из Беларуси, которые строят тракторы, они такие, а почему вот есть Феррари, а нет трактари. Трактари почему нет? И они такие, типа, мы это сделаем. Я думаю, блин, какие же они красавцы, какие же они крутые. Они реально забацали из остатков. Из остатков от своих тракторов они реально забацали такой болид. Ну, типа, я понимаю, что он такой. Не то чтобы на нем можно что-то там выигрывать или что-то пытаться, но просто сама стилистика сохранена, и это очень круто. Мне очень понравилось. А вдруг можно, откуда ты знаешь? Ну, как там шутили в комментариях, явно лучше, чем Феррари. В общем, ладно. Попрошу. Да, кто не знал, Ульяне нравится Феррари. Вот. Собственно говоря... Я болею за команду Формулы 1. Да, ну, я думаю, ты бы в жизни не отказалась от Феррари, правда? Да, я думаю, никто бы не отказался в жизни от Феррари. Ладно, а вот если бы у тебя было... Я, короче, сегодня в своем городе смотрел, случайно наткнулся на объявленьки, там, где были всякие вот такие вот лакшери-кары, типа уровня Феррари и всего такого. Вот, и они стоят... Ты кто? И они стоят в районе что-то там, ну, миллионов, ну, от 10 там до там 30, там 40, это то, что в России есть. Так-то понятное дело, что все это дело дороже намного. Вот, ну ладно, если бы у тебя было 30 миллионов рублей именно на автомобиль, то есть не так, что ты можешь купить себе там дом, например, какой-нибудь за городом, вот, а вот именно 30 миллионов на автомобиль. Какой бы спортивный автомобиль ты взяла? Давай, марку. Блин, вот трактор не подходит, да? Ну он не... Не, ну слушай, кстати говоря, знаете ли, они очень дорогие, да. Стоимость трактора, знаете, она реально... Недешевая, да. Да. Какие-нибудь новые. Вот, да, да, вот мне просто даже интересно. Ничего себе, трактор стоит 748 тысяч долларов. Это сколько получается? А, то есть это... мне не хватит? Тебе не хватит никаких образом. Это 74 миллиона, если что. Ясно. Это дорогой трактор. Угу. Очень крутой. Так что получается, Феррари хуже трактора. Не хуже, а стоит дешевле. Простите, пожалуйста. Если стоит дешевле, не значит, что хуже. Действительно. А! Да господи, вот ну так вот такое? Понял? Вот так будешь и бежать Феррари. Вот ладно, ладно. Так, Ульяна выбрала бы Феррари. Лан, а ты? Отвечай. Я трактор. Нет, если не трактор, давай. Да я не разбираюсь в машинах. Ну, есть Porsche, есть Lamborghini. Ну, как-то нет, наверное. Ну, что тебе больше нравится? Porsche или Lamborghini? Или Феррари? Нет, наверное. Pagani. Я хотел сказать, есть Pagani. А вот. Разве столько стоит? Нет, намного дороже. Ну вот. Так что лучше трактор. Так трактор слишком дорого, ты не накопишь на трактор. Я подешевле возьму бэушный трактор. Вот эти вот, а вот как раз белорусские типа, да, вот эти? Ну, наверное. Да, блин. Пожить, ну поживи, пожалуйста, малышисик, ну что такое? Нет, ну если так уж смотреть, то, не знаю, а можно мустанга какого-нибудь? Фу. Я ей говорю, до 30 миллионов, она вот эту вот... Ой, что я сделал? А почему меня развернуло? Она вот эту вонючку за сколько она там стоит? Не знаю, от 2 до 5, наверное, ну, может, до 10. Она симпатично выглядит, почему? Кто? Лучше, чем кто? Лучше, чем Феррари? Что, с ума сошли? Ну, явно лучше, чем вот эти Ламборгини приплющенные. Ты, блин, Ламборгини приплющенные, поняла? Пускай она трактор себе покупает. Реально, она не ценительница вообще, Ульян. Мне кажется, ее только за руль трактора можно садить, реально. Пускай идет. Все, пока.
тракторные движения свои. А еще они все желтые или красные. Мне это не нравится. Глупости какие. Ламборгини. Да, тракторы. Ну, вообще тракторы... А, нет, ну они зеленые еще бывают. Я синие вижу часто. Собственно. Часто, как будто я на полях работаю, такой сказал. Чисто полевой монстр. Полевка. Извините. Да. Так, нет, слушай, да по-моему, тебя. Я прошел. Why? Я сейчас... у меня аж в ушах, так сказать, зазвенело от своего же этого. А что такое? Ну, я нормально прошел. Ну, смотрите, сейчас я, прикинь, я почти играющий. Прошла, еще я теперь не могу пройти. Теперь играючи все, прохожу, делать? Смотри, играючи вот до этого момента. Вот спокойно. Вот, смотрите, хорошо. Так, возможно, здесь какой-то уголок. Какой-то хитрый. Так, минуточку, вот какой-то хитрый уголок, да, говорите? Я сказал вообще. Ты ладно, сказал. Я говорю. Слушайте, я не пройду его по ощущениям. Но я могу очень аккуратно. Вообще эти погрузчики, вот я говорю, я в жизни смотрел на это все дело. Ладно, я сейчас пройду, ребят. Спорим? Погнали, погрузчик, давай! Не топи ты! Капец, просто в... В общем, этот погрузчик, он должен быть более мобильным, так честно говоря. Так ты вот знаешь, ты же вот не то, ездил. Что, вот, этот... Я видел, как да ездят. Да нем... почти! А, вот я тоже там умирала. Блин, ты тоже там? Там тоже умирала, да. Я вот в первый раз дошла до туда, и все. Теперь не могу пройти. А вы заметили, что мы на одном уровне повисли просто? Ого. Это ты, да? Я сейчас буду без тормозов проходить. Без тормозов. Ну, слушайте, это неплохая идея, только я вот тоже пробовала, мне не получилось. Да вон она. Слушайте, а что за дела? А как много стоит пропуск? Много. Сколько? Много. 50 почти. Ого. А, ну слушай. Не, я лучше загружусь там, разгружусь, поеду. О, куда? Что? О, нет, нельзя проходить, так сказать, передо мной. Это? Нет, да что ж. Все просто, я сказал нельзя, вы послушали, вы молодечики. Это не мы, это ты просто владеешь, наверное, тракторами всеми этого обби, и на тебя слушают. Этого мира. А вы знали, что... Точнее, нет, вы знали. Вы знали, что... Зрители, уважаемые дорогие зрители, вы знали, что Ламборгини начинала с тракторов? Вот. Вот так-то. Mm-hmm. Да. О, а почему Лана? Вообще, кто смотрел фильм, мне интересно, кто смотрел фильм этот? Там как раз таки в фильме объяснялось. Хотела. Я вот тоже, я тоже хотел, но я просто в тикетоках вот этих ваших видел. Mm-hmm. Почему? Как все произошло, типа? Мне кажется, что... Блин, сейчас. Да. Там, короче говоря, был такой дядька Феррари. Как его звали, Ульян? Что? Энзо. Энзо, да. Энзо. Вот, дядька был такой Феррари. И он имел много денежек, у него было много красивых машин, его машины — это произведение искусства, там много наград и всего такого. И был другой дядька, который делает тракторы, вот. И он такой, приходит один дядька к другому и говорит, твои машины крутые, этот, который вот тракторист, ну не тракторист, но вы поняли. Говорит, твои машины крутые, ну вообще у них коробки отвратительные, давай заколабимся, сделаем коллаб с тобой. И будет твоя машина еще круче. А он такой, да иди ты, тракторист. И все, и тракторист такой, ну я пошел делать свои машины. Вот так вот и возникли Ламборгини. Собственно говоря, вот минутка познавательной информации. А тракторы, они же не перестали делать? А вроде бы... Я недавно даже видел, ну, типа, мне кажется, они просто по приколу их делают уже. То есть, ну, они, может, и не перестали, но это вряд ли их какая-то основная деятельность. Попрошу обратить внимание на то, что это уже, не знаю, какая минута пошла этого уровня. А мы все вот этот пытаемся, мы до сих да. пор а мы реально. А какой тут это? Крутые повороты. Девятый. А давайте ради интереса скипну и скажу нет! дальше. Отставить нет, уж... скипы! Отставить донаты. Меня... Ну что это такое? Ну давай. Чё ты, господи. Two hours later. Ну дай заеду, спасибо. Всё же ты прошёл? Да. Это было очень сложно. Вы понимали? Мы 10 минут, по-моему, это делали. Зачем ты рассказываешь? Ты всем не рассказывай. Нет, ребят, мы вообще с первого раза прошли. Вот то, что вы сейчас видели, это, короче, я вот только-только вот попытался и с первого раза прошел. Сейчас вот, сейчас они тоже как пройдут. Все, у них все получится. Если не скипнуть. Чего? Какой скип? Ты что такое говоришь? Мы не скипаем. Мы не скипаем никогда. У нас всегда все получается. Мы профессионалы своего дела. Ну, типа... Блин. Какой тайминг. Вообще. Спокойствие.
Кто-то прилетел там, видели? Полетел, полетел. Я поехала от первого лица, короче. О, ты прям совсем, да, этот? А, кстати, это, возможно, наоборот поможет. Потому что будешь видеть колеса, например. Да, ты видишь передние колесики. Я ж попробую от первого лица. Просто ради интереса. Не интересует. Ну, ради интереса. Ну, попробуй, что тебе стоит. Ты будешь видеть свои колесики передние. Мне не интересны мои передние колесики. А мне, знаешь, у меня лишних 50 робоксов внезапно оказалось. Так что вот прям ровненько потом окажется. Ну, вот я думаю. Просто не хочется Ульяну тут заставлять. А вы не переживайте, я... Ну... Мне тут хорошо. Миллиметраж, смотрите, оцените. Нереальный миллиметраж. Просто что же? Спокойствие. Вот. Давай больше без этих прикольчиков. Правильно? Как же она меня оттолкнула, я чуть от страха не умер. Думаю, я еле прошел сюда, а меня эта вонючка отталкивает. Вот как я должен, я с какой скоростью должен передвигаться здесь, для того, чтобы... Капец, короче. A few moments later. Нет, пожалуйста, ну прошу тебя. Я не знаю, куда я вылетел, но, возможно, мне оставалось совсем чуток. Подождите, я посмотрю. Я был вот тут. Ну, по фигне, конечно, оставалось. Не совсем по фигне, конечно, но... Смотрите, как... Как же он маневрирует, этот маленький. Ой, а как тут быть? Да блин, ну я не хочу больше это поворачивать. Так скипни. Чё нет-то? Да, ну как? У меня челлендж, я не буду скипать. У тебя челлендж, у тебя робоксов нет, ты говорил. Да, они добавились вчера. А, да? Добавились. Подписка. Бобуксовая. Слушайте, ребят, я вот что подумал. А мы можем отбуксировать друг друга? Просто, по-моему, это отличная идея. Ну, не знаю, можем попробовать. Что это такое? Ну, что с тобой? Со мной? Что? Да не с тобой, с вот этим. Просто иди нафиг. Просто видите, я еще почему не вижу смысла скипать? По той причине, что дальше вряд ли будет легче. Ёж, скажи, пожалуйста, а у тебя красненький этот погрузчик доступен? Я не знаю, мне там что-то сказали. Сейчас скажу. Красненький, оранжевенький, да, вот есть. О, можно вообще без погрузчика. Завершите обе 15 раз, невидимая что? Лодка. С ума сошли. Ого. Совсем? Но если бы не было этого дурацких уровней, то, может быть, мы и завершили уже 15 раз. Так, я чуточек дальше прошел, вот еду куда-то. Я надеюсь, тут нет никаких, типа, знаете, секреточек там. Красненькая эта штучка, но она, типа, невидимая, знаете. Ну, они могут так сделать, мне кажется. Сильнее взять угол. Я тоже в это верю. Так, вот давайте вы не будете в это верить, хорошо? Ну, если и обе такое, ну, мы тут при чем? Ой-ой, смотрите, как я был близок к провалу. Так. А, нормально, я не был близок к провалу. Так, возможно, я не утверждаю, но я, возможно, сейчас могу пройти. Но вот зря я сказал, поэтому, вероятнее всего, я сейчас просто умру. Так, везде прохожу адекватно. Такое ощущение, как будто я не на погрузчике, а на какой-то фуре огромной, вот правда. Да. Вот что это такое? Плоховато поворачивает. Да, вообще не как настоящий. Я видел, как настоящие поворачивают, понятно вам? Так, аккуратненько, выровняли колесики. Ой, как хорошо, мама. Так, вот тут пониже, да? Ну что это такое? Спасибо, игра. Какая жесть. Так, спокойно. Все выровняли. Ну вот тут, смотрите, могу даже не останавливаться, да? Или остановиться? Не, я лучше останавливаюсь. Так, здесь прохожу. Да. Да. Ты-тынь! А это что такое? А, здесь нужно просто ровненько встать, типа. Так, колесо должно быть ровно на этой штуке. Давайте. Смотрим, колеса ровно на этой штучке. А нет, не ровно. Во, вот так ровно. Смотрите, проедет. Вот же чудотворец просто. Бум. Вы должны замедлиться, чтобы лучше двигаться во льду. Какой замедлиться? Боком. Оп. Ай, мама. Тихо, ладно. Дрифт. Что? Я чуть-чуть проехала. Ребят, дальше лед, чтобы вы просто понимали. Боком тут ехать не получится. Хотя несет. А ну-ка давайте. Оп. Ух ты, вам понравится, нет?
Кому понравится? Вам не понравится, я передумал. Ну хотя здесь принцип попроще, честно говоря. Уж лучше иметь лишнее. Ух ты, реально боком катится. Фига. Не, ребят, вот если дальше дойдете, после вот того будет еще один дурацкий, а дальше со льдом попроще, сильно попроще, вам так скажу. Не, слушайте, я прям вхожу во вкус, правда. Я проехала! О боже. А у меня новое... О, новый погрузчик. Сюда. Травяной погрузчик. Выглядит солидно, я бы сказал. Подожди, ты реально проехала? Да, да. Каким образом? Реально вышло? Да, подожди, Ульяна, ты на же месте тоже сам. Не, я-то проехал. Ну просто Лана так причитала, что у нее не выходит, я поэтому удивился. А-а-а. Так, ну короче, ребят, обе слишком жесткая. Ну типа я прошел 15 стадий. Сколько всего стадий? 34 всего стадии. Mm-hmm. Где там, куда там потом. Ну, короче, нужно еще в два раза больше пройти. Но мне кажется, что это не на еще одно видео, а еще видео на два, а то и 4. Три. Потому что, видите? Ну, короче говоря, если вдруг хотите, чтобы мы сюда вернулись, обязательно напишите об этом в комментариях. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте комментарии, на колокольчик нажимайте. Всем пока. Пока. Пока.